Что касается организации договора коллективной безопасности, то в соответствии с уставом организации и другими нормативно-правовыми документами мы предназначены, или войска силы организации предназначены для защиты суверенитета и территориальной целостности государства-члена организации. Это происходит по обращению руководства государства, и решение принимает, я уже сегодня об этом говорю, Совет коллективной безопасности. Я не буду сейчас вам рассказывать насчет красной черты, я могу вам только сказать, что если, так скажем, не дай бог, одному из государств потребуется реальная помощь, то войска коллективной силы, они значительно больше, чем те, которые принимают участие, допустим, сегодня в учении, они будут готовы прийти и оказать помощь, чтобы выполнить ту задачу, которая определена в уставе, в решении Совета коллективной безопасности, и в том числе у Республики Армения в этом не должно быть, на мой взгляд, сомнений. У нас